Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Джоанита Аркад Мейхем. И в данный момент мы переходим на следующий уровень, называется он Боинг. Это пинг-понг, как можно по-другому перевести. Почему-то Боинг он здесь называется, не знаю почему. Открываем его. Это старый пинг-понг, ребят, еще с аркадных автоматов, либо даже, может быть, я точно не помню, но это одна из первых игр, которая появилась на... не компьютерах, а именно на автоматах. То есть раньше были такие вот системы и все. А зачем вот эти штуки-то? Боинг есть, Боинг. А что они делают-то? Чпоньк? Чпоньк? Ловим их лицом. Опа. Победа. Ой, еще не победа. Воу, как красиво! Вы видели это? Мне сейчас дали, кстати... Офигеть! Очень круто! Настолько круто выиграл их всех. У меня сейчас дали огнемет, а у меня... не дали его использовать, просто не дали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Отстаньте, отстаньте, отстаньте от меня! Отстаньте от меня! Какая-то жопа. Все-таки получил я урон. И вот в конце дали все-таки... бессмертие. What the fuck? А, я застрял. Я уж думал, что-то произошло. Воу, огнемет! Огнемет, это тема вообще, ребят. Огнемет, это тема. Я так понял, вот эти штука, что... Вот эта вот фигня, которая пинг-понги, шарик пинг-понга, он туда-сюда идет, и он тоже атакует. Давайте посмотрим на это. 1-1 там. Да, атакует, действительно. Прикольно. То есть к нему лучше не подходить, ребят. Чпоньк. Оп. Иммунитет. Это дает мне возможность не умирать. Просто так. Нифига себе, нормально поймал, случайно. Случайно нормально поймал. Оп. Щит взял, потому что он бы исчез, ребят. Чпоньк, чпоньк. Не умирай, да господи. За что мне все это? Нет, нет. Нормально, нормально. Изи. Парадокс. Дроу, окей. Новая ачивочка. В принципе, 3 звездочки, ребят, неплохо. Так, окей, я готов, наверное. Я готов до того момента, пока меня кто-нибудь не попадет, да? Так всегда. Ай-яй-яй-яй. Ой! Воу! Увернулся, офигеть. Кое-как. Да, засранцы. Повсюду, повсюду, просто повсюду они. Да блин, я ж... Ладно. Да нет! Сколько можно? Просто случайные касания. Я вроде бы вижу то, что я не коснусь до него и все равно касаюсь. Как так происходит? Останавливаем время. Мейхем надо брать, потому что... Фейспалм. Тупо победа, ребят. Тупо победа была на моей стороне. А-а-а! Сложно. Их слишком много просто. Ладно. Да, блин. Вот надо было... А-а-а. Специально вот остановился на тех юнитах, которые вот превращаются в этих... в бронированных. Получить от них урон. Да, слишком вас много. Блин, вот и фигня встал. Видите, что происходит вообще? Жесть, просто жесть происходит. Блин, там пироман был. Не, пироман тоже очень мощная. Она как Мейхем вот этот вот стандартный, только покруче. Но она не вдаль идет, не в высоту. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Она идет именно... Оп. Да! Она идет именно... Как бы так сказать... В общем, по низу можем наносить урон. И довольно-таки частый. То есть периодичность урона высокая. Уи!
получил урон, красава. О. С ними даже с некоторыми можно не сражаться. Оп. Отлично. С этими легче. Наверное. Пока что легче. Блин, ну поздно, поздно обратил внимание. Ну неужели не все еще? Ну неужели просто? Сколько можно? Сколько это все долго-то будет? Все, проиграл. Ну невозможно, ребят, тут никак. Жизни нету, щит и пироман был справа. Меня просто окружили. Вот эта фигня постоянно еще приходит туда-сюда. Ну это жопа. Это действительно жопа. Просто надо осторожно сразу в самом начале не получать урон. Тогда будет все хорошо. Чпоник. Ну видели, прикольно. Он сразу получил урон. Уу! Блин, ну здесь никак. Я если бы там пошел, я бы застрял. В принципе, наверное, застрять сейчас было приоритетнее, лучше, чем получить урон. Сейчас большие. Здоровички. Во, пироман. Все, давай, давай. Я готов, я готов. Нифига, он сразу сжигает. Из них никто не вылупляется. А, и он довольно-таки быстро проходит. Пироман. Иммунитет. Ой, застрял. Ну как? Отлично. Сложно. Все сложнее и сложнее происходит все. Каждый уровень сложнее и сложнее. Интересно, чем будет заключаться уровень босса? В чем? Отлично, минус 3 сразу. Супер. Вау! Нифига себе, это супер бронированный, у них 3 жизни. Офигеть. Ну ничего, огнемет справится с ними. Прикольно. Не, огнемет нормально вообще с ними справляется со всеми. Огнемет мощная тема. Она довольно-таки сплэшевая, то есть довольно кучная атака идет. И наносит почти всем урон. От этих штук еще получаю урон. Ой, господи ты, боже мой. От этих палок-то я тоже получаю урон. О, пироман. Ага, с одного удара не убиваю. Отлично. Нормально. Супер. Супер. Воу. Эти тоже сильные, заметьте. Тогда я до них не дошел, потому что я их просто сжег. Да офигеть, какая-то жопа. Еее! Вообще красиво. Почаще давали мне пиромана этого, я бы вообще втиху уничтожал. Надо его использовать не так, как обычно я использую, очень быстро стреляю. Его нужно, наоборот, по одному нажатию делать. Один раз нажал, и все, и не паришься. Так, кто дальше? Опять они. И, получу урон. Здесь никак не избежать этого урона было. Отлично, мейхем. Давайте, я вас жду.
Мейхем забираем. А, это все! Я уж думал, офигеть, сейчас начнется. Это довольно-таки простой уровень, кстати. Так. Отлично. Уу! А, они теперь по три вот так штуки будут. Прикольно. Воу. Я попаду по нему. Отлично. Дальше. Блин. Блин, как-то стрёмно всё сейчас получилось. Успел. Нормально. Да не! Я думал, он уже выше подпрыгнет. Ладно, в любом случае мы победили. Да, да, без проблем, ребят, проходим. Блин! Одну звездочку пропустили все-таки. Окей. 10-й уровень, ребят. Я готов. Эй, а что происходит? Офигеть! Он теперь контролирует эту фигню. Давай, Джоанита, я буду контролировать эту? Воу, офигеть, это мне вот это круто. Я стрелять не могу, кстати. Да вы серьезно? А, я могу вот так вот делать, все понял. Нормально. Я пока что выигрываю. 8-2, 9-2. И до какого счета мы играем? Блин, не отбил. Чпоньк. 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 Нормально. Да блин, все. Что-то я проигрывать начинаю. Проигрывать начинаю. Я не успеваю уследить за тем, где они появляются. Блин, сам себе забил. Таким темпом, ребят, мы проиграем. 20! Воу! Победили! Офигеть! Блин, как же это было круто! Бомба! Это, видимо, будет взрывать все, что находится рядом? Офигеть! Было сложно, на самом деле. 20 тысяч очков мне дали. Учитывая то, что как бы мы почти проиграли. То есть 20-18 со счетом. Офигеть. Ну не, на самом деле очень крутая игра. И графика в ней действительно крутая. Мне нравится, как разработчик подошел к визуализации этой игры. Так, ребят, на этом я заканчиваю. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Это была игра под названием Джоанита Аркад Мейхем. Осталось всего лишь два уровня, то есть две серии. Я не знаю, может быть, есть какие-то бонусные еще есть, о которых мы до сих пор с вами не знаем. Но в любом случае, мы близимся к концу. С вами был Лекс, ребята. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылка в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр и всем добра.